Всем привет, с вами Алексей, и я начинаю прохождение игры Until Dawn, или по-русски Дожить до рассвета. Вот видите некую женщину, ее головой управляю я могу делать с ней что захочу, влево-вправо. Но не будем долго сидеть в меню, давайте уже начнем. Прям вот хочется посмотреть. Ой. Эффект бабочки, фильм такой был классный. Первая часть вообще шикарная. А через неделю это... Блин, я пока вот думал о фильме, я и прочитать-то не успел, что там писали-то. Но я думаю, все знают, что такое эффект бабочки. Любое решение может кардинально изменить будущее. Да, если ты это решение меняешь, то будущее тоже меняется и совершенно по другому пути идет. Ну, вот тут примерно то же самое и рассказывал. Это одна из тех игр, которые говорят, можно перепроходить и перепроходить. Тут очень много концовок. И очень много вот всего решений и тому подобное. И я попытаюсь сделать так, чтобы наши герои не все сдохли в самом начале игры, потому что, мол, говорят, что там уже во второй главе уже все умерли у кого-то, но фиг знает, как это делать. Я даже не представляю, как это все выглядит. Но графен тут мне уже нравится. Посмотрите, какой крутой. Я совершенно не спойлерил себе игру, поэтому знаю только по трейлерам. Я буду сидеть и пугаться, хотя говорят, он не страшно, конечно, но ладно. Он мужик с тесаком. Брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Какое-то странное начало. Просто нас показывают всех персонажей, они уже в доме. Ни почему они здесь, ни для чего они здесь. Хана! А чё они все попрятались? Пришла. Майк. Майк? Это Ханна. Ханна? А, что происходит? Вон дядька валяется, и второй дядька валяется. Тут какой-то дядька. Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Ага, мне вот дают поиграть. Так, это я хожу. А это что это под... А, это загорается то, что я могу что-то использовать? Крестик. Удержите R2, чтобы взять записку. Ой. А, надо держать, ничего себе. А, удержите. Ханна. А, ты такая сексуальная в этой майке. А без нее, наверное, еще лучше. Приходи в 2 ночи в комнату для гостей. Майк. Крестик, крестик, крестик. О, господи. Ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Надо срочно вмешаться. Не надо вмешиваться. Как можно спать вот в таком вот положении? Ладно, что тут еще есть? Я могу разбудить его, нет? Пацаны, к вам зло идет, вас убить хотят. Так, с той стороны что-то мигало, я хочу посмотреть, что. Джерри Мах Грег. Это вот осмотр что-то мне напоминает? Ну ладно. Ну ты даешь. Да, братец, ты как всегда отличился. Твоя записка? Рад, что ты пришла. Это Ханна?
То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. Ого! О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт, что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна, нет, стой! Нехорошо. Мой, просто такая глупая шутка. О. Черт! Вот вы, подонки! Вы все! Ханна! Ой, да подумаешь, пошутили над девочкой. А чё? Разбудить Джоша. А. Джош. Чёрт. Я тут пока думал, что выбрать, она ребят, уже сами выбрали. Там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы. Конченые. Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт! Квадрат. Я буду очень стараться и пытаться не мазать. Быстро, безопасно. Как круто, игра играет за тебя. Сама бегает. Иди да выбивай, идти по следам, конечно. Оу. А ну, стриснули все. Боже, твою мать! Куда Ханна убежала, блин? О, я разблокирую ее телефон. Ханна! О, мне дают походить, ничего себе. Ханна! Ханночка! Хануля! Хан-хан-хан-хан-хан-хан! Хан-на-на-на-на! Выходи, подлая трусиха! Блин, кто в лес убегает вообще в темную погоду, в зиму? Ё-моё, это ж надо быть вообще отмороженной. Так, тут вроде ничего нет. Тварь! Ага, чтобы идти быстрее, на L1. Не, я не хочу быстрее, хотя... Ладно, шевели жопой, тут вроде ничего нет. Эй! Опа, что-то валяется. Это тотем, да? Потому что я тут смотрел, в меню какие-то тотемы есть. Ой! Ничего себе! Ой! Что это? Вот они, да. Бет на горе. Тотем 1 из 6. Не знаю, что это, но ладно. Разберемся. Ханна! Не заставляй меня! Блин, тут что-то было. Камеру ищет. Так забавно ходит, прям как кино. Ханна! Ханночка! Мне страшно, Ханна. Не знаю, что это было. Ну что-то как-то это немного странно. Так, кстати, там что-то лежит, мне кажется. А, не. А туда можно пойти вообще, вот, где огонь был? Ну ладно, нельзя, походу. Ханна!
ты что, добежал тут? Анна, ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Анна. Ой. Бегите, бегите. Ой, это кто? Это Ханна упала. А что мне не дали выбор, там бросить ее или не бросать? Нет. Нет. Это что за хищник? Бросай Ханну! Ой! Держись! Держись! Что тут происходит? Это что за... Он хочет нам помочь, дайте руку! Отпустить, бросить Ханну! Ну хорошо, бросаемся вместе! Минус два! Ну тут их нельзя было спасти, я более чем уверен. Ну, может быть, Ханну, если только убить. Жесть. Я не понимаю, что происходит. Привет. Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Ух ты, рожа знакомая. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Окей. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом. Блин, анимация шикарная. Помни об этом, когда будешь играть в игру. О, ничего себе. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Ну да, да, я... Большой шаг. 4000 отдал. Я буду тебе помогать. Окей. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Так. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. О, шикарно. Ладно. А сеансы платные? Начнем с простого упражнения. Ну давай. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Эффекта. Ну давай, хорошо, я согласен. Че? Ух ты, перчаточка. Ну я не в перчатке, но ладно. Ну, пугало. И дом. Ну и чё? Дети кукурузы, что ли? Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Да не знаю, деревня. Не тревога. Ну ладно, радость, я на не тревогу. Хорошо. Что именно в ней самое приятное? Ну, она солнечная, ну, спокойная. Ну, солнечная, наверное, да, она такая яркая. Солнце. Ясно. А каким словом ты опишешь свое отношение к темноте? А, страх, депрессия. Ну, скорее, страх, да. Страх? Вот как? Любопытно. Я родом с севера Швеции. Там ночи. Длятся по 18 часов. Я из Мурманска, тут ночи по 24 часа. Как думаешь, почему ты боишься темноты? Потому что я ничего не вижу. Ну, я ничего не вижу. Нет такого ответа. Ну, не знаю. Ну, это вполне естественный страх. Темнота — это нечто незримое и неизведанное. Следовательно,
Что может пугать сильнее, чем известность? Вот это что было? Увы, время нашего сеанса истекло. Да? Ну, увидимся скоро. А пока рекомендую держаться по возможности подальше от темных мест. Ах, вы сволочи, пугать меня темнотой решили. Ничего у вас не выйдет. Бе-бе-бе. Наверное. Sony Computer Entertainment представляет. О, смерть! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Вот это начало просто тренировка была, но к сюжету вообще никак не относится. О, начало как будто в каком-то сериале. Ну или в фильме. Блин, классно. Почему нет субтитров на песню? Там явно что-то интересное поют. О смерти. Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Риф Энни Клайн вела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. А, это сюжетно? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтона. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Полезным в этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Какой он злой. Ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ну-ну. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Как порнозвезды? Да. И она едет туда. Мне кажется, после такого ни одна девушка не даст засовываться в такие вот помещения. Оу. Продолжение опенинга неожиданно. Блин, надо было камеру включить, я тут типа танцую сейчас под музычку так, головой влево-вправо, влево-вправо.
Ба-б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 а-
Oh yeah! Blackwood Penis. Не путайте с пенисом. Первая дружба, статус обновлен. 10 часов до рассвета. Ага, 10 часов, нормально. Оба, вот так вот сразу? Пенес. Ну, ладно. Сэм, лучшая подруга Ханы. Осмотрительная, отважная. Упорная там, кажется, еще было. Эй. Есть там кто? Тропа к станции канатной дороги. 21.02. Так, мы боимся темноты, не забываем. Я ворона. А, что? Ворота заклинило, перелезай, Крис. Ну, полезай, чё. Там же шипы на вороте, ну ладно, полезли чё. А, все, я понял, отмена. Я должен... А, вон там вот, ага. Безопасно? Ну давайте безопасно. Нам спешить некуда. Ой, ногти-то крашены. Прыгнуть! Оп. Чё она там тужится, стонает? А в юбке-то и не холодно, кстати? Блин, игра прям замечательно идет. О, белочка! Есть хочешь? Не двигайся, я не двигаюсь. Красотка. Если не знаешь, что делать, дальше нажми R1 и посмотри задание. О, ничего себе. Доберитесь до станции, ну ладно. А L1 это уходить быстро, да? Это медленно, это быстро. Чё-то не по-русски. Класс. Оу. Коренные племена и бабочки пророчицы. Так. Представители племени в былые времена, жившие в этих горах, верили, что бабочки приносят сны и пророчества о вероятном будущем. Цвет крыльев бабочки обозначает природу пророчества. А, вот они. Черное, красное, коричневое, желтое, белое. Смерть. Черные бабочки предвещали смерть. Красные бабочки возвещали о грядущей опасности. Коричневые бабочки предсказывали трагедию, которая коснется друзей. Желтые бабочки несли видения, которые помогли человеку избрать правильный путь. Белые бабочки принесли сны об удаче и счастливом случае. О, тотем. Ну, ваше возможное будущее. Ну, давайте посмотрим.
наше будущее, и это... О, да. Будущее так будущее. Прям вот поможет. Зависит от моих решений. А, ну, конечно. Ладно, что у нас тут еще есть? Там что-то вон еще написано. Пойдемте прочитаем. Ух ты, граффити на самом верху. Прошлое не в нашей власти. Ух ты. Окей, идем дальше. Так, тут может... Крис? Ты здесь? О, чемодан. Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке! Ну-ка, что тут у нас? Шпионить? Ага, какие люди! Здорово! Крис! Крис влюблен в Эшли, методичный, оберегающий других, остроумный. Умный. А, извини, ты моя секретарша? А, он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Ну, что там? Что? Не скажу, сама увидишь. Идем сюда. А куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Чё там нашел-то он такой? О, что-то есть. Ого, глянь-ка. Класс. Разыскивается. Нам явится самый опасный преступник страны. Кто-то явно так и думал. Милграм Виктор. Большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Последнее известное место жительства – Blackwood Pines. Дата последнего обнаружения – 98 год. Обвиняется в предумышленном поджоге, а также в угрозах убийства. Если вы обладаете сведением об этом опасном преступнике, немедленно свяжитесь с полицией. Blackwoodская конная полиция, июль 98 год. Ага. Подожди. Та-да! Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты какой. Ладно, начнем. И что мне делать? О, ничего себе, могу стрелять. Ну, а, мне вот туда надо. То есть мне даю стрелять только туда, куда они мне укажут. Вот так, готово. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос, просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. О, белочка! На-на, хедшот! О-хо-хо-хо, ничего себе! В яблочко! Ты что, придурок? Зачем ты это сделал? Ты что, совсем обалдел? Ой, а что? Да. Она же только что дышала и была живая! А теперь она мертвая и не да дышит. Да брось ты, белки как крысы, только пушистые. Как ты мог взять и убить? Белки как крысы, только пушистые! Господи, что с ней? Прогони ее! Давай, стреляй, стреляй в голову! Ты живая? Все-таки стрёмное место. Эй, смотри, а вот и фуникулёр.
прокатимся? Ты ружье бы захватил с собой, может, там еще белочки будут. Подожди-ка, я за ружьем вернусь. Кстати, а где она? Что-то она каким-то магическим образом пропала. Ну да ладно. Да. Знаешь, довольно жутко снова возвращаться сюда. Точно. Я вот прямо сразу вспомнила все в подробностях. Время летит. Так, сумку бы не забыть. А, так она уже на нем. Все. Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не влез. В смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирать. Пипец. Пипец. После вас. Какой джентльмен. Да не, он просто испытывает, нет там никого. А вдруг там бомжи реально с дробовиком? Джош очень нелегко. Не знаю, как он вообще держится. Я бы сломался. Мы все должны приглядывать за ним. Он столько пережил, и он... Он не из тех, кто способен попросить о помощи, понимаешь? Нет, не понимаю. Блин. Тут ничего нет. А я застрял, вон. Я думала, вагончик ближе. Ну, подождем. В здоровом теле, здоровый дух. Выбрали же местечко для дома. Глупые богатеи. Да, ну богатеи. Всего лишь гору купили. Гору? О, камеры. Я не могу поменять ракурс. Мне кажется, я должен кого-то здесь увидеть. Нет? Ну ладно. Ну все, вроде ничего нет здесь больше. Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как на выпускной едешь? Поехали! Ура! Приключения! Им не страшно вообще? Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Может, он убийца? Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо жить? Да, точно, ты прав. Комментарий пишет, что я живодер, убийца. Нет. Начал с белочки, всех убью. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Ну-ну. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед. А там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем. Вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Джесс, новая девушка, Майка, доверчивая, уверенная, дерзкая.
приехал. Пойду поздороваюсь. Опа, 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 опа. Опа, опа, новая девушка. Девушка новая. Мертвая. Ладно, я передумал, я всех убью. Чё-то мне хочется смерти их всех. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! Что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй, Крис. Я следую урокам, Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь источник развлечений. Не будь свиньей. Да-да-да. Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Эм с Майком расстались, мы теперь вместе. Ух ты, рама. Вовсе нет, все прошло гладко, я есть, Эм нет. Ладно, ладно, нам уже пора идти к дому. Мне надоела вся эта природа и рухать. Да, вы идите, а я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. Какая-то она стервозная. Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага, Сэм. Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Офигеть! Вот это вид! Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулёру? А, негр, он первый умрет! Бывшая девушка Майка находчивая, убедительная, сообразительная. Вряд ли тут он смотрелся бы... Новый парень Эмили, целеустремленный бицу. Вот его я убью первого, если будет такая возможность. Так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Да вот же он. С тобой черный человек. Он вроде как должен за всех и носить, и готовить, и мыть, убирать. Я не расист, нет. Я к тому, что немного страшно. Почему на нем нет цепи и ошейника? Мы снова соберемся здесь, все вместе. Это будет мало похоже, значит. То есть... Ты думаешь... Конечно! Я аж обосрался! О, Майк, вот он. Блин, бывший парень, новый дел, я уже запутался, кто чей. Ну ладно, поехали. Ребята! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс! Майкл, ты свинья. Да ладно. Тебя бы взвесили, если бы у тебя рука дернулась. Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Же в лесу, в зловещем лесу. Зловещий лес. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Дружелюбие, отвали. Давай-ка, отвали, чтобы он его убил первым. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Ничего себе, дерзкий парень! Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Да ты умрешь у меня! Я надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк. Нет, 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 все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Мир. Вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. Жаль, ты черный. Черт. Что? А ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Ладно, иду. Ладно. Раз господа приказывает. Раз это так важно, поработаю вьючной лошадью. Вот-вот-вот. За тобой должок. Да сейчас. И еще чего. Во. Тогда хоть спасибо скажи. Обойдешься. Я подумаю. Будь осторожна.
Увидимся наверху. Спасибо. Вот, это максимум, что ты рассчитываешь. Эшли влюблена в Криса, прилежная, любознательная, прямолинейная. Кто такой Крис? Я забыл. Куда там я что-то нашел? А че там кто-то сидит же? Нет? Опа, 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 опа. Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. О, господи! Блять! Эй, о, извини, я не хотел... Ну, в смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Дурак! Слушай, ну, извини меня, пожалуйста. Ладно. Ну, ты точно сдохнешь, я тебе отвечаю. Мансел, посмотри. Вот, пожалуйста, можешь полюбоваться. А? Ну нихрена ж себе. Вот так вот, Эмили. Что за фигня? Да, это же ничего не значит. Не значит, ты думаешь? Ну, для правда. Эмили все ничего не значит. Я не знаю. Вот ведь. Мэтт. Все, я уже хочу, чтобы они все тут друг друга поубивали. Какая жестокая игра. Давай, негр. Ух! Книга и телефон. Телефон, конечно, в наше время кто книги вообще берет в руки? Оу! Ах, вот значит ты как? Выходи с поднятыми руками, ты окружена! Ой, страшно. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Да. Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. Ну, я не знаю, если тебе так нравится. Ай, ничего си! Oh! На-на! Класс! Где же ты прячешься, моя девочка? Яблочко! Хей! Ха-ха, прикольно. От меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. Я... Почему меня заставляют здесь убивать животных? Боже мой. Майкл? Победа. Все. Моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так, значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник, снежная королева Джессика. Ух. Скоро узнаешь, какая я снежная. Миледи. Снежок, конечно же. На-на. Ладно, ты у меня получишь. Что же я получу? Ну...
Одна штука уже наготове. Давай кулаком в лицо. Но придется подождать немного. Бам! Нет. Ух ты! Да ладно! Черт! Да, это просто жесть. Не надо было треугольник нажимать. Да, то есть... Чума. А что, их двоих бы прям насквозь? Блин, я уже жалею. А, что я творю? Убить их всех. Переиграть. Ну ладно, ладно, ладно. Это не мое первое прохождение, я уже чувствую. Добрый день. Привет. И как мы себя чувствуем? Вообще весело, классная игра, мне нравится. В прошлый раз мы лишь нащупали зацепку, теперь нужен подробный анализ. Давай-ка копнем по грушу. Ай, давай, в копателя поиграем. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Так. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Угу. Ну давай. Женщина меня сразу вызывает беспокойство. Самолеты вызывают мне беспокойство, они падают. Ну, блин, наверное, все-таки высота. Реально, как-то вот с такой вот высоты смотреть вниз, это вот не страшно. Змея. Они ядовитые, крысы как-то нет. Пистолет. От ножа еще можно увернуться. Ну, пистолет тоже можно, но... Опять змея. Она ядовитая. Таракана тапкой. Пак, и нет таракана. О! Блин, ну клоуна все боятся. Пугало как-то не так страшит. Кровь или ворон? Ну, кровь. Чё, бояться ворона? Ой, что? Хотел напугать меня? Нет. Ты вообще молодец. Не нервничай. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем больше эффекта. Слышишь, я сейчас усну от этой фигни. Добиться. Блин. Пауки тоже ядовитые бывают. Ну пускай будет паук. Они меньше. Очень незаметные. О, игла, конечно же. Ха-ха, зомби или клоун? Блин, зомби я люблю, клоун пускай будет. Зомби, они медленные. Наверное, все-таки игла. Я как-то собак не боюсь, и волков, наверное, тем более. Игла. Очень любопытно. Ты так стараешься? Спасибо. Да не за что. Пауки. Да. Клоуны. Да. Иглы. Да. А пауки-то я один раз выбрал. Комбинация тянет на хорошую вечеринку. Там змеи еще были, э. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. О. Но ничего, мы скоро увидимся. Мы скоро увидимся. Фу! А продолжение вы увидите в следующей серии. Если вам нравится, ставьте лайки. Блин, это просто шикарно, мне очень нравится. Круто. С вами был Алексей. До новых встреч. Всем пока-пока.